Вот такое вот прекрасное утро, хороший трофей, но, забыв зарядить камеру, я скажу всего лишь несколько слов. Несмотря на большую стоимость, эта винтовка себя полностью оправдывает. Посмотри видео и поймешь почему. Приветствую всех любителей игры The Hunter Classic, у микрофона Langazi, а это обзор на очень интересную немецкую винтовочку Blazer R8. В недавнем голосовании за нее было отдано аж целых 60% голосов, поэтому всю неделю я трудился над данным видео. Хотел бы выразить благодарность людям, которые обустраивают трофейные дома. Ведь у меня, к примеру, нету такого большого количества GMS-ов, да и трофеев, чтобы сделать этот самый дом достойным и красивым. Поэтому мне приходится обращаться за помощью. Я записал эти кадры только благодаря вам. $10,200 GMS-ов или же $600 EMS-ов. Это максимально усредненная цена в нашей игре. Именно она была применена к винтовке Blazer R8. На нее может накопить каждый, ну либо же за небольшие донатные деньги купить, не ходя по миссиям. Мне эта винтовка вообще досталась бесплатно, так как мне диванный охотник подарил целую 1000 EMS-ов, за что я хочу ему сказать спасибо. Ведь это очень добрый и отзывчивый человек, который мне неоднократно помогал и также поддерживал мое творчество. Продолжаем, в принципе. Немаловажным фактором является то, что за счет легкой ствольной коробки и идеальной подгонки деталей вес удалось снизить до 3,5 единиц, что позволяет взять данную винтовку даже новичку, у которого рюкзак еще не прокачан. Ну и несколько фактов из реальной жизни. У винтовки Blazer R8 сменные стволы, то есть вы можете поставить один ствол и использовать калибр, к примеру, для косули, и поставив другой ствол, вы можете использовать эту же винтовку, к которой вы привыкли, но уже для охоты на медведя, и это делает ее очень универсальной. К сожалению, у нас данная фишка не реализована. Пока на фоне идет пристрелка, я расскажу о боеприпасе 6.5 на 55, используя очень полезный сервис Hunt Help. Ну смотрите, у патрона, который идет на Blazer R8, есть аж целых два аналога в нашей игре. Это 270 и 30 на 30. Но наш боеприпас вырывается вперед по точности и по самой идеальной баллистике. И также мне кажется, что у его немного получше будет пробиваемость за счет скорости пули. Дальше вам хочу сказать, что не в самом лучшем калибре сделана в нашей игре эта винтовка, потому что в реальности она выпускается и в 308, и даже в 300 калибре. Вы прикиньте, какая бы была шайтан-машина, будь эта винтовка в 300 калибре. Понятно, что 6.5 на 55 сделан для некого баланса. Добывает он всех средних зверюшек, вплоть до благородного оленя. И справляется с этим хорошо. Я бы даже стрелял с него на дальней дистанции. Пулька маленькая и быстрая, поэтому плохая останавливающая способность. И не стреляйте по костям, их она тоже плохо пробивает. Лучше уж по мягким тканям. Жаль, что у нас в магазине до сих пор нету возможности посмотреть прицельные сетки до покупки оптики, поэтому я вам их продемонстрирую. Скажу только, что оптический прицел очень крутой, но меня удивил коллиматор. Он самый удобный в нашей игре. И с учетом того, что мушка здесь не очень приятная, нужно всем приобретать коллиматор, кто охотится с близкой дистанции. Теперь не менее важный пункт, а именно внешний вид. Винтовка выполнена всего лишь в одной вариации, которую вы видите на экране.
Но еще можете посмотреть, как она выглядит с разными прицелами от первого и третьего лица. Мне она довольно-таки сильно понравилась, выполнена качественно. Что тут еще сказать? На мой взгляд, у винтовки Blazer R8 очень хорошая анимация, но перед тем, как вам их показать, я расскажу о минусе. Когда вы заряжаете винтовку, и казалось бы, у вас еще не должно быть патронов в патроннике, он откуда-то там появляется и вылетает на землю. И еще при передергивании затвора после выстрела, почему-то оттуда вылетает не гильза, а целый боеприпас. Что было сложно сделать гильзу? Ну ладно. Сейчас вам будут показаны звуки, и вы реально прислушайтесь, насколько они кайфовые. Для приобретения Blazer R8 в лаунчере The Hunter Classic зайдите в магазин, там оружие, винтовки и третья страница, прогортайте вниз, он там будет. Там же можете посмотреть, кого он добывает, список амуниции и описание. Ощущения от охоты с этим оружием у меня только положительные. Я добывал косулю на дистанции 260 метров и попал точно туда, куда целился. Непопулярна эта винтовка как раз таки из-за своего экзотического калибра, который не является универсальным, но для истинных ценителей он как раз таки является самым ценным, потому что стреляет отлично. Я бы позиционировал эту винтовку для охоты на барана Дала, в какой-то степени даже для оленя на открытых картах. Анимации и звуки только дополняют мои прошлые слова. Еще очень интересное и смелое решение по конструкции магазина и затвора. Затвор здесь вообще ездит очень плавно и легко, как бы по рельсам. За счет этого достигается большая скорострельность, что в некоторых ситуациях решает, когда нужно сделать второй, третий там выстрел. Эта винтовка вам позволит. С добычей благородного оленя, который весит вплоть до 230 кг, тоже не возникло никаких проблем. Не стреляйте по костям, и все у вас получится. Видео подходит к концу, поэтому давайте немного подобщим. Стоимость не ударит по вашему карману. Даже если вы возьмете два прицела. Оптика очень удобная для стрельбы на большие дистанции, без каких-либо лишних линий. Но коллиматор, за счет того, что он маленький, как по мне, самый красивый и удобный в нашей игре. Дальше боеприпас. Боеприпас довольно-таки хороший, плохо он работает по костям, и у его, ну, слабовато останавливающее действие. А в остальном он шикарен, хорошая баллистика и хорошая пробиваемость, если мы говорим о стрельбе по мягким тканям. Внешний вид и анимации, ну, они прекрасны, но во всем есть свои минусы. Звуки тоже хорошие. Blazer R8 подойдет для людей, которые ценят мушкеты и классические винтовки. Я также к ним отношусь. Мы любим это оружие, скорее всего, за его душевность, поэтому и не смотрим, есть ли на него большой выбор прицелов, какие там у него характеристики, сколько зверей оно добывает. Если оно красивое, с хорошими анимациями, с красивыми звуками и какое-либо историческое, то мы его покупаем. В общем, ну, опытные охотники, можете купить, попробовать. Новичкам, конечно же, советовать не могу, потому что
никакой универсальности здесь нету. Благодарю всех, кто досмотрел до данного момента. Поставьте лайк, если вам понравилось. И не забывайте переходить в сообщество. Там много всякой интересной информации. Ни пуха, ни пера. И до связи.